В Свердловской области на пост министра культуры претендует актриса из шоу «Уральские пельмени». У прежнего заканчивается контракт. Вот и решила Юлия Михалкова, пора. Все у нее есть, и образование, и опыт. Есть, правда, еще и фотосессия в стиле ню. Шанс оценил Леонид Муравьев. Она Юлия Михалкова. За довольно откровенным платьем едва разглядишь два высших образования. Это сейчас Юлия Михалкова в образе легкомысленной красавицы. Несколько минут, и она уже продавец супермаркета. И кого только не играла Юлия в шоу «Уральские пельмени», была даже женой президента страны. Теперь вот решила стать министром культуры. Пока только родной Свердловской области, но уже в реальной жизни. Вот я молодая девушка, амбициозная, талантливая, образованная. В общем, у меня вот такие вот желания. Это желание актрисы, сказанное вскользь в одном из интервью, наделало много шума в Екатеринбурге. Действительно, контракт с нынешним министром культуры Свердловской области истекает в этом году. Кандидатов пока нет, кроме самовыдвиженки Михалковой. Мне кажется, если она поднимется на эту ступень, у нее все должно получиться. Она человек не чуждый культуре, искусству. Она сама этому училась. Она знает, то есть она не сторонний человек, она знает, какие есть проблемы в этой сфере. И это, естественно, большой плюс, на мой взгляд. В театральном вузе знают и нынешнего министра культуры Алексея Бадаева. Он работал здесь до ухода в политику. Кстати, в свое время преподавал у Юлии Михалковой. Депутатов он в должности устраивал, чего не скажешь о его ученице. Когда люди пытаются попасть во власть, вот именно, как говорится, таким образом, да, ну, на мой взгляд, это некрасиво и несправедливо. Какой кошмар! Это Красноярск и новоиспеченный заместитель губернатора Катерина Пешкова. 28-летняя экс-телеведущая сейчас курирует вопросы внешних связей. Злопыхателей у мисс Красноярск было много. Немало их и у Юлии Михалковой. Недавняя фотосессия в стиле ню для мужского журнала. Где это видано? Голый министр. Нету фотошопа никакого. Ну, показала попу красивую свою. Это же ничего не значит. Говорили на съемке, что Юля, вы там с вами в Екатеринбурге живете, в Москве это давно уже, ну, как, я не знаю, как сходить на какое-то мероприятие, все фотографируется. Обнаженные фотографии карьере не мешают, уверена Юлия. Но последнее слово за губернатором. Ему назначать нового министра. Уважаемый Евгений Владимирович, прошу рассмотреть мою кандидатуру на должность министра культуры Свердловской области. Вполне серьезно и официально. И тут же несерьезно, уже своим коллегам по пельменям. Вы знаете, нельзя курить тут. Я вам как будущий министр культуры заявляю. И не нужно мне показывать этого. Такую цензуру на вас наложу. Леонид Муравьев, Александр Пугачев и Руслан Гафиатуллин. 5 канал.